Қазір сәтте Сарыарқа ауданында Қазақ-Қазақстан экология акция аясында осы таза бейсенбі сенбілік өтуде. Бұл сенбіліктің қатысушылар осы біздің Сарыарқа аудандық әкім аппаратының мамандары, еріктілер және де қаланың осы белсенді тұрғындары. Қазіргі сәтте бұл акцияда 100-ден астам адам қатысуда. Тұрғындар тарапынан үлкен қызығушылықты байқадық. Яғни акция өз жемісін әкелуде. Енді бізде жалпы статистика жүргіземіз қаладағы тазалық бойынша. Соның ішінде осы Сарыбұлақ таңдалған болатын. Яғни бұл жер бізде осы қала тұрғындарының өтініші бойынша сенбілік жүргізуге ілінген орындардың бірі болып есептеледі. Я считаю, что убираться, волонтерить – это очень важно, ведь мы живем в этом городе, и мне кажется, люди станут намного добрее, здоровее, если люди просто будут соблюдать элементарные правила, будут выкидывать мусор в определенные места, будут вот так собирать мусор и помогать другим людям. Меня побуждают убираться, что это здоровый образ жизни, чтобы дышать свежим воздухом, чтобы быть здоровее и не было никаких вирусов и болезней. Да, я довольна своим результатом, потому что я вижу, как было до и вижу, как после, и это глаз радуется. Для меня лично, значит, убираться – это следить за своим городом, проводить в порядок свой город, место, где я живу, место, где я рос, место, где буду расти. В волонтерстве я уже второй год. За это время я мог достичь хорошего уровня общения с людьми, коммуникации. Хочется жить в чистом городе, в красивом. Волонтерством я занимаюсь уже на протяжении 4 лет. Нас убирать территорию – это показывает свою любовь к городу, свою привязанность к стране и помогать людям. Это наше лицо, это то место, где мы живем. Нужно прибираться там, где мы любим находиться. Я довольна каждым нашим результатом, ведь каждый эко-субботник – это хоть маленькая помощь, но все равно помощь. Я рада этому, потому что если не мы, то кто?